что, поехали. Дан старт. Дан старт второй скачки. Ну, я говорю, кто более расторопный, тот, как говорится, и повел. Ух ты, какой кучный прием-то. У нас все-таки изначально был 11 голов, 11 номер Сантари Слав снят, и первый номер престижный снят. У нас практически скачки с барьерами, да, лошади прыгают через по дорожке. Впереди генерал первый. Тут же Атолл рядышком. Очень кучно идут, очень. Кенсингтон выходит на первое место. По бровке четвертый номер Старлей. Фаворит все-таки, наверное, да, этой скачки? Как вы считаете, ну да, коллеги? Старлей в прошлом году близко к себе не подпускал и с места до места доводил скачки. Но можно сказать, что Тамара Дорошенко довольно-таки аккуратно в руках ведет Старлея по дистанции. Мы сейчас видим. Вот он, четвертый номер, находится на третьей-четвертой позиции. Ну, смотрите, Юниор Стоун подъехал, как я понимаю. А кто? Это Старлей пошел полем, да? Юниор Стоун полем пошел. Это Юля Наумова. Посмотрите. Шестой номер Юниор Сторм Юлии Наумовой, мастер жокея, пошел в атаку, выходит на первое место. Причем в поле и уже практически в посыле, да, Юниор Сторм? Да, вот, ну смотрите, Старлей. Взяла в руку. Старлей третий. Старлей пока далеко, Юниор Сторм начинает отрываться от своих соперников при входе в последний левый поворот. Юлия очень опытный мастер жокей и... Она на домашней дорожке, и, думаю, она лучше всех знает эту дорожку. Также в хлысте четвертый номер Старлей, ну, Тамара Дорошенко. Старлей уже тяжеловато при выходе на финишную прямую, а впереди Юнион Сторм, шестой номер. Юлия Наумова уверенно побеждает во второй скачке в кубках Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия.